Где взять бесплатно питомца в Астане? Привет, это Ильки и Зет, и сегодня, наверное, будет самый милый выпуск за последнее время. Прежде чем взять питомца, оцените свои силы, потому что ответственность до конца жизни будете нести вы. Проверьте, есть ли у вас аллергия, посчитайте ежемесячные расходы на питомца и готовы ли вы подарить ему свою любовь. И если понимаете, что готовы, то значит точно сможете подарить шанс животному на спасение. Ведь животных оставляют погибать в мусорных контейнерах, сбивают машины, дети выкидывают из окна ради забавы, другие вовсе вывозят на окраину города, чтобы преданный питомец никогда не нашел свой дом. Даже если вы не готовы приютить питомца, но желаете помочь, помните, что приюты с радостью принимают любую помощь, будь то материальная или волонтерская. И сейчас мы как раз находимся в приюте «Я живой», и они всегда рады помощи. Приют открыт к посещению с 11 утра до 6 вечера. Как же им помочь? Они принимают корм, наполнители для кошек, мясо и крупы. Также нужна помощь с вакцинами и лекарствами. Одна ампула, которую нужно колоть каждый день в определенной дозировке, может стоить от 15 тысяч тенге, а курс лечения рассчитан до 80 дней. Также требуется помощь по уходу за кошками, покормить, почистить лоток, обработать клетки. Приют «Я живой» принимают мебель, домики для кошек, когтеточки, игрушки, лотки и миски. Помимо этого, волонтеры приюта «Я живой» нуждаются в одежде, так как их одежда изнашивается и рвется после контакта с собаками. И часто зимой собаки умирают от холода, а теплое одеяло может помочь им согреться в суровый зимний день. Также можно поиграть и выгулить животных так же, как это сделала я. Сейчас укажем инстаграм столичных приютов, фондов, которым требуется помощь. Возможно, ты встретишь там своего будущего питомца. А еще поставь лайк и подпишись на наш ТикТок.